7 штук подбросили щенков. Друзья, малышей, которых мы забрали с базы, у них у всех очень сильная глистная инвазия, очень сильная. На капельнице все 7 малышей. Помоги нам, Бог, и вы, друзья. Так, малышей капаю по 2. Дети очень тяжелые, маленькие. Пытаются воду пить, это уже здорово. Но, правда, рвота потом сразу. Что, ребенок? Мои девочки, маленькие девочки. Ну, все. Вот так. Давай тут сюда поставим. Вот так. Ложись. Все будет хорошо. Ложись. Открыла окно, а здесь дует холодно. Да? Эти уже прокапанные, закутанные, спим, да? Мои хорошие. Будем ложиться, да? Маленький. Моя девочка красивая такая. Маленькая девочка. Друзья, у меня на капельнице вторые сутки 7 малышей. 7 малышей с базы. И я обращаюсь к вам. Помогите нам их спасти. Не только спасти, вылечить, ребята, но и помогите, пожалуйста, их выкормить. У нас нет корма. Я обращаюсь ко всем, друзья. 100 рублей, ваши 100 рублей спасут приют и спасут жизнь. Пожалуйста. Цена жизни этих малышей 100 рублей. Ну что, капаем животик, капаем. Начали вечернюю капельницу. Сейчас будем капаться дальше. Все хорошо. Вот ты мой золотой. Лапочку дай сюда. Ты моя красавица. Маленький мой. Да, ты моя красота. Девочка моя маленькая. Мое солнышко. Все будет хорошо. Да. Вот эта нежная девочка, это Росита. Да, Росита, Роса, красавица такая. Роси, Роси, маленькая моя, красивая девчонка. Ай, ты моя маленькая. Роси будет небольшая. Так. А вот эта красавица, это Рокси. Да, ее сестричка Роси, а это Рокси. Красивая девочка моя, очень красивая. Такие глазки, да? Ну, где хозяин? Найдись, пожалуйста. Смотри, какая красавица. Ой, такая. Вот такая красотка у нас. Не-не-не, полежи спокойно. Еще чуть-чуть. Лапку-лапку дай маме, дай лапку. Дай лапку маме, дай лапку. Не-не-не, давай лапочку сюда. Вот так. А иначе не капает, да. Лапочку приходится держать. Да, солнышко мое? Распрями лапку. Вот так. Ай, ты моя красота. Что? Давай мама будет чесать животик. Да, мы капаемся, да. Нам надоело лежать, мы капаемся. Животик почешем, да, Рокси? Такая девочка хорошая. Да, как же мне тебя почесать, чтобы было удобно, а? Мое солнышко. Все, полежишь еще 5 минут? Полежишь еще? Друзья, маленькие малыши к нам попадают очень часто. Гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. И очень часто многие приюты не берут детей. Не берут, а тем более больных. Потому что это нервотрепка, это лечение, это корм. Ребята, корм. Прошу вас, помогите нам выкормить и вылечить малышей. Прошу вас, пожалуйста. Очень прошу. Друзья, не каждый из нас может взять их домой. Но каждый из нас может им помочь. Эти дети на капельницах. У них сильная зараженность глистами. Их привезли нам с базы. И сейчас мы пытаемся спасти им жизнь. И я призываю всех. Друзья, пожалуйста, будьте милосердными. Впрочем, прошу вас, будьте милосердными. Помогите спасти этих малышей. Пожалуйста. Тяжелых еще 2. Еще одна беленькая девочка, очень тяжелая, у нее не прекращается рвота. И черная малышка, которая сидела вот здесь, беленькая, с черной головой. Я не смогла, ребят.